Здравствуйте, в эфире Национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. И смотрите сегодня. За долги и неподобающий внешний вид. На привокзальной площади столицы Чувашии демонтировали киоск. Добро пожаловать! Какие достопримечательности Маргаушского района смогут увидеть туристы? Победоносная Иволга. В Чебоксарах чествуют победителей и финалистов молодежного форума. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочий день в Нижегородской области, где сегодня прошел Приволжский день поля 2015. В этом году в нем приняли участие новый министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, полномочный представитель президента России Михаил Бабич, руководители регионов. В программе «Дня поля» выездное заседание экспертного совета по развитию агропромышленного комплекса, выставка достижений в сфере АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также племенных животных и сельскохозяйственной техники. Подробнее об этом в информационной программе «Республика» завтра, 8 июля. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Рейтинг временно исполняющего обязанности главы Чувашии Михаила Игнатьева вырос на 5 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным в мае текущего года. В результате он вошел в группу лидеров. По оценке экспертов, укреплению позиции Михаила Игнатьева в рейтинге способствовало назначение его в РИО главы республики, убедительная победа на праймерис и выдвижение его кандидатуры на пост главы региона от партии «Единая Россия». Республика продолжает строить детские сады. До конца этого будут введены в строй новые объекты. Работу подрядчиков сегодня проинспектировал министр образования и молодежной политики. Сегодня он побывал в Аликовском и Красночитайском районах. Подробности в следующем материале. Это здание было построено в конце 80-х местным колхозом. В разные годы в его стенах располагались детский лагерь, школа и даже лыжная база. Чтобы начать реконструкцию объекта, пришлось разработать новый проект. Стоимость работ оценили в 25 миллионов рублей. Реконструировать объекты зачастую сложнее, чем возводить новые. Это здание построили еще в советские годы, и сейчас строителям приходится устранять серьезные ошибки проектантов. Где-то сносят стены, выравнивают полы и потолки. Подрядчики уже утеплили фасад, заменили ветхую проводку и установили новые окна. Сейчас строители продолжают шпатлевать стены и прокладывать систему отопления для полов. Тепло в детский сад будет подаваться автономно из новой котельной. Ее уже начали возводить. Работы необходимо завершить до сентября. Подрядчики уверяют, что уложатся в отведенный срок. Всего в этом садике создадут 40 мест. Сюда будут приезжать дети из 6 соседних деревень. Но чтобы ликвидировать очереди в дошкольные учреждения полностью, в муниципалитете намерены построить и новые объекты. В Аликово нам райцентре необходим тоже новый садик. С министром мы встречались образования Владимиром Николаевичем Ивановым. Вот предварительно мы договорились. Вот сейчас нам надо приступить к проектированию начальной школы на 300 мест, совмещенной с детским садиком на 300 мест. Вот после реализации вот наших планов, тогда действительно мы проблему очередности в Аликовском районе полностью закроем. Сократить очереди среди дошколят в этом году удастся и Красночитайскому району. В муниципалитете сейчас строят новый детский сад. Пока успели возвести только первый этаж, но подрядчики обещают, что уже в конце августа начнут кровельные работы. Да, были вопросы по графику строительства. Мы отставали на несколько недель. Вот сегодня подрядчик заверяет, что в течение июля месяца мы полностью в график уложимся. 5 месяцев они работали, вели работы на собственные средства. Сейчас финансирование открылось. Срок обязательно успеем. Проблем с материалами нет. Все вовремя доставляется. Получили около 10 миллионов. Процентовались около на 20 миллионов. Всего на строительство садика будет выделено более 90 миллионов рублей. Новоселье здесь планируют отметить уже в декабре. Ход работ постоянно контролируют не только в администрации района, но и депутаты Госсовета. Контроль за строительством сада, конечно, он очень действенный. Начиная, значит, с момента проектирования, проектной документации, мы обсуждали все эти вопросы. Были проблемы, были задержки. В Казань приходилось выезжать для того, чтобы корректировать отдельные моменты. И тем более, когда все это готово, на сегодняшний день бригада строителей подобрала
оказалась хорошая, и темпы строительства на сегодняшний день неплохие. Всего же до конца этого года в республике будет открыто еще 7 детских садов. В целом мы снимаем проблему обустройства детей детских садов с 3 лет, но задачу мы ставим все-таки более максимально с 1,5, и в крупных городах, таких как Чебоксары, это, конечно, с 2 лет, с тем, чтобы в течение года не возникала очередь обустройства детей с 3 лет. Но в республике уже возникает потребность строительства школ. Возводить новые объекты начнут в следующем году в рамках федеральной программы. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика. Мальчиков родилось больше, чем девочек. ЗАГС и Чебоксары Новочебоксарска обнародовали данные за 6 месяцев текущего года. В Чебоксарах на свет появились более 4000 малышей, 2071 мальчик и 1985 девочек. В 29 семьях родились двойни. В городе Спутники стало больше на 936 малышей. Среди новорожденных также больше мальчиков. В 8 семьях появились двойни, а в одной – тройня. Самыми популярными именами стали Дмитрий, Артем и Александр, Кирилл, Максим, Михаил. Среди девочек – Виктория, Дарья и Мария, Анна. Самыми редкими признаны Ярамир, Дамиан, Елисей, Ярослава, Русалина, Доминика и Милана. Кроме того, в Чебоксарах образовалось 1304, а в Новочебоксарске 411 новых семей. В июне этого года в Самарской области состоялся молодежный форум «Иволга». От Чувашии в нем приняли участие более 80 молодых специалистов. В Чебоксарах чествовали финалистов и победителей регионального форума. В течение 10 дней лучшие умы показывали свои научные разработки и делились инновационными идеями в различных областях – биологии, химии и культуре. 12 представителей республики вышли в финал конкурса, а четверо получили грантовую поддержку. Таков итог участия чувашской делегации в международном форуме. Для нас принципиально важно, чтобы Чувашская республика позиционировалась на всех площадках как инновационная, как целеустремленная именно через творчество молодежи, и вашими устами продвигались те исторические вещи, традиционные вещи, которые сложились веками на территории Чувашской республики. Наталья Зуева разработала инновационный проект для сельскохозяйственной отрасли, цель которого – улучшить качество сырья и при этом снизить энергозатраты. Ее работа уже была отмечена в Чувашии, теперь выход на окружной уровень. На данном этапе у нас имеется лабораторный образец. Для этого, для дальнейшей разработки темы планируется разработать, изготовить опытный образец установки, а также тиражирование. И хотелось бы разработать методику проектирования автоматической линии для выгрузки и загрузки именно вот кишечного сырья при помощи объемных резонаторных камер. За круглым столом обсудили и вопросы реализации проектов финалистов и победителей форума. Были предложены варианты оказания поддержки дальнейшим идеям молодых инноваторов. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика. Сегодня одной торговой точкой в столице Чувашии стало меньше. На привокзальной площади демонтировали киоск. О том, почему данный нестационарный торговый объект постигла такая судьба, в репортаже Ольги Пырочкиной. Нестационарные торговые объекты, проще говоря, ларьки и киоски. С одной стороны, удобно, можно купить практически любой товар от жвачки до шариковой ручки, не заходя в большой магазин. С другой стороны, частые нарушения санитарных норм и правил торговли, испорченный облик города. Вот и киоск на привокзальной площади не блистал архитектурными изысками, однако под снос пошел не только из-за этого. С 2011 года владелец киоска не платил городу за аренду муниципальной земли. Данный киоск сносится на основании решение арбитражного суда, которому администрации города Чебоксары предоставлено право самостоятельно снести данный объект. Договор аренды не действует. Владельцы с предложением о продлении не выходили, на суды не являлись. По окончанию демонтажа будет рассматриваться вопрос о предъявлении иска о возмещении убытков по демонтажу киоска. То есть мы эти средства с них взыщем, которые заплатим компании, которые демонтируют данный киоск. Кроме того, ответить владельцу придется и за незаконное обогащение. Все время, пока шли судебные тяжбы, киоск работал, следовательно, приносил его владельцу прибыль. Впрочем, ситуация не всегда выглядит так однозначно. Еще в 2009 году в нашей стране вступил в силу закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. В статье, которая посвящена нестационарным торговым объектам, сокращенно НТО, сказано, размещаются они только согласно схеме, которую утверждают органы местного самоуправления. В этом плане городские
городские администрации получили широкие полномочия. От их решения зависит, будет стоять киоск в данном месте или нет. И здесь главное не переусердствовать. В заботе о гражданах и облике города не задушить значительную прослойку малого бизнеса. Так, в феврале-марте СМИ сообщали. Минпромторг России разработал поправки в закон о торговой деятельности, которые призваны ограничить права региональных властей по установлению требований к размещению объектов нестационарной торговли. Поправки пока не приняли. Так или иначе, работа по наведению порядка в этой непростой области в Чебоксарах ведется. Причем по принципу и волки сыты, и овцы целы. Внешний облик столицы Чувашии становится лучше, малое предпринимательство развивается, жители города обеспечены торговыми точками. После демонтажа конструкции это место можно будет выставить на аукцион. Вполне возможно, что скоро его займет добропорядочный арендатор и установит здесь киоск, который будет соответствовать всем требованиям. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Погоня за лайками может привести к печальным последствиям. Нашумевший случай в Москве с девушкой, которая, делая селфи, упала с моста и погибла, подтолкнул Министерство внутренних дел всерьез заняться разъяснительной работой среди любителей рисковать жизнью ради эффектного снимка. Когда-то сделать фото было настоящей наукой. Сегодня камеры наших телефонов ежесекундно выдают десяток фотографий профессионального качества. Нет ничего сложного в том, чтобы вытянуть руку и сделать снимок себя любимого. И пусть потом весь интернет любуется твоей яркой жизнью и ставит заветные лайки. Но сегодня никого не удивишь обычной фотографией у памятника, поэтому подростки выбирают места поэкстремальнее. В январе на Урале погибли двое молодых жителей Челябинской области. Они хотели сфотографироваться, внимание, с противопехотной гранатой РГН. Следствие предполагает, что они ее нашли на Чебаркульском полигоне. Ну, граната рванула. Подмосковная школьница погибла, позируя в оконном проеме перед объективом фотокамеры. В Санкт-Петербурге подросток погиб, сорвавшись с пожарной лестницы на уровне 5-го этажа, куда он залез, чтобы сделать фотографию с высоты. В течение последних 2 месяцев Россию и мир потрясли более 10 несчастных случаев, жертвами которых стали любители селфи. Количество трагедий возрастает пропорционально количеству пользователей смартфонами и соцсетями. Общество не на шутку взволновала такая тенденция. Министерство внутренних дел презентовало памятку под названием «Безопасное селфи». Памятки в доступной форме разъясняется, как, в общем-то, без потерь сфотографировать себя. Мы предполагаем, что наши сотрудники будут раздавать эти памятки гражданам на публичных мероприятиях, естественно, школьникам и студентам в школах в рамках наших уроков безопасности, которые мы проводим. Также во время любых летних ведомственных мероприятий мы будем стараться напомнить о том, как делать фотографии не стоит. Вагоны, железнодорожные пути, электрощиты, оружие, крыши зданий, открытые водоемы, дикие животные – все это попадает в список нерекомендованных мест и объектов фотографирования. Я не люблю, это не для меня. Но не знаю, молодые люди решают сами, наверное, как им удобно, как им хорошо. Даже ученые какие-то установили, там я читала то, что селфи – это болезнь на самом деле. Потом входит в привычку, и потом люди просто сходят с ума, на каждом шагу делают это. Мне кажется, ничего такого не будет. Почему вот нельзя выкладывать фотографии? Ну, в пределах разумного, почему бы не делать? Не знаю, мне кажется, это нормальное явление. Только не каждый же шаг свой фотографировать там. Определенный момент, ну... В Чувашии смертельных случаев по причине селфи зарегистрировано не было. Вместо экстремальных фотографий Общественный совет при МВД Республики предлагает поучаствовать в акции «Фото спасибо» и сделать себяшку с сотрудником полиции. Каждый житель Чувашской республики, то есть молодой, либо уже умудренный жизненным опытом человек, может поделиться своей улыбкой, подарить свою улыбку как подарок именно представителям правоохранительных органов, те, кто ежедневно защищают нас, защищают нашу безопасность, обеспечивают сохранность нашего имущества. Фотографии и комментарии необходимо отправлять на электронный адрес пресс-службы министерства с указанием темы «Фото спасибо». Нет ничего плохого в том, чтобы запечатлеть лучшие моменты своей жизни. Главное, чтобы они при этом не стали последними. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.
Развитие въездного туризма – одно из самых перспективных направлений развития любой территории. Маргаушский район обладает рядом преимуществ, в числе которых и близость к федеральной трассе М7 и к Великой водной артерии, и наличие исторических объектов. Как все это используется в репортаже, который привезла из мини-путешествия наша съемочная группа. Простой укромный уголок в тени лесов уединенный. Эта мечта не оставляет жителей мегаполисов со времен Василия Жуковского. Бросить все и уехать на природу хотя бы на выходные – это желание буревает нас все чаще и чаще. Александро-Невский монастырь, расположенный в Маргаушском лесу в стороне от дорог, один из центров паломничества. Сюда приезжают, чтобы побыть наедине с собой, послушать тишину и подумать об истинных ценностях. Сюда не всякий человек поедет в лес. В городе же много храмов. Mm-hmm. Если уж что, туда сразу пойдут. А сюда именно постоянные ходят. Mm-hmm. Тут именно хочет уединения. Mm-hmm. Здесь все-таки лес, а тишина. Монастыри всегда в лесу. Тишина, mm-hmm. она особенно действует просто на душу. Люди поэтому сюда приезжают. Отец Феодосий охотно рассказывает историю монастыря. В 1903 году он был основан в миссионерских целях на поляне Каршлык, месте языческих молений Чувашей. Причем православные жители окрестных деревень приняли в создании монастыря очень деятельное участие. Вот только отстоять его в 1926 году не смогли. Земли национализировали, братью разогнали, а монастырские постройки приспособили под различные нужды. С 40-го года здесь размещался детский санаторий. С 2000-го началось восстановление Александра Невского. Обители. Сегодня здесь живут 7 монахов и барашек, сбежавший от шашлычной участи. Из прежних построек сохранился только игуменский дом, да и тот в плохом состоянии, так что деревянный монастырь отстраивают, по сути, заново. А вот часовня и купальня на месте святых источников Живоносного креста и Серафима Саровского отстроили в первую очередь, и с тех пор сюда постоянно приезжают люди. Для тех, кто хочет пообщаться с живой природой, но при этом не готов отречься от мирской жизни, существует проект «Волжский эксклюзив». Бывшая пристань в Шишкарах превратилась в марину приличных размеров. Спрос на услуги растет. Лодки, катера и яхты нынче очень популярны у чебоксарцев. Стоянок для них не так много, а Шишкары – одно из немногих мест, где можно подъехать к воде на машине. 15 минут – и вы на островах. Напротив Линки – один из самых больших архипелагов. Любой из островов легко становится обитаемым. На некоторых есть даже объекты туристической инфраструктуры. Летняя резиденция волжского эксклюзива – остров Зеленый. И он – только малая часть огромного проекта обустройства туристической зоны в районе Линки и Шишка. Вот эта туристическая магистраль – это первая очередь проекта. Следующий вопрос. Мы сейчас провели инвентаризацию 150 брошенных участков в садоводческом обществе. Форматирование здесь поселочка туристического. Вот. Ну и на остальных площадках. Вот здесь сегодня уже проектируется рыборазводный цех. Как вот эта магистраль пройдет, здесь будет гидросооружение, здесь сразу будет водохранилище мини, и к нему привязывается рыборазводный цех. Проект вошел в программу «Чувашье сердце Волги», а это значит, что помимо частных инвестиций, разработчики могут рассчитывать и на бюджетное ассигнование. Развитие туристической инфраструктуры – одна из целей, которые ставит перед собой и власти Маргаушского района. Задача наших властей, именно муниципальных органов власти в участии в данной программе заключается в том, чтобы мы смогли предоставить земельные участки, которые будут находиться именно в муниципальной собственности, либо федерального значения должны иметь эти земли, чтобы войти в целевую программу в эту. Вот. Такие участки у нас сформированы. Престиж, он уже имеет свой участок, субкластер. А вот что касается территории Линского сельского поселения, там, где у нас, значит, как раз затрагивается река Волга, это тоже уникальное, красивое место. И сейчас сформировано около 14 земельных участков для дальнейшего развития, для того, чтобы привлечь туда инвесторов, и они могли уже строить свою инфраструктуру, строить свои планы, развивать эту данную территорию. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах по улице Калинина ведется строительство большого соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. На каком этапе сейчас находится строительство? В следующем материале. Работы по возведению церковного комплекса начали в конце мая этого года. На данный момент завершен нулевой цикл. Практически готов подвал и перекрытие для первого этажа. В ближайшее время чуваши ожидают патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В программе визита запланировано посещение строительства соборного храма. Работа, в принципе, идет по разработанному графику. Мобилизованные
большое количество людских ресурсов, материальных ресурсов, строительной техники, малой механизации, комплектованная инженерно-техническими работниками. В принципе, эти сжатые сроки, конечно, очень сложно завершить, но тем не менее мы приняли такое поручение и постараемся его выполнить. Строительство храма – масштабный проект, и, как отмечают в Чебоксарской епархии, это сооружение станет одним из самых больших в республике. Храм будет трехпрестольным, высотой более 50 метров, рассчитан на 1000 прихожан. Человек должен созреть для этого. И Всевышний не всем дает строить церкви. Если нам удается участвовать в строительстве храмов, это надо принять за честь. Чем больше будет храмов, церквей, тем мы сильнее будем, одним словом. Если мы хотим быть сильными, конкурентами, надо, видимо, я подумал, что надо начинать строительство храмов. Православные храмы издревле возводились при посильной материальной помощи прихожан. Вот и сейчас митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава лично обратился к верующим жителям республики. Храм будет существовать века, и будут люди молиться, и будут как радоваться этому сооружению храма и приходить и со радостями, и скорбями, и получать уж утешение от Господа. Поэтому что каждый, кто пожертвует, имейте в виду, что и Господь утешит их, и поможет им вам в вашей жизни. И если вы чего пожертвовали, примите старицею. Господь не оставит вас, я знаю. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Завтра встретимся вновь в это же время в эфире Национального телевидения Чувашии. Всего доброго.